Сегодня мы с Ромкой изучим очень интересную книгу, а именно «Советы для девочек». А прическа? А, прическа, извините, я забыл сказать про Ромкину прическу. Сегодня Ромкина прическа называется «Призывник» или «Мама, я иду в армию». Весной. Забираю. Итак, мы начинаем нашу рубрику. Роман, готовы? Нет. Начинаем. Сегодня вашему вниманию предлагается книга «Все для девочек», и сегодня мы будем ее разбирать. Имидж, общение, этикет, любовь между нами, девчонками. Сегодня в этой книге мы разберем тему, как разминаться перед дискотекой, а именно эта тема называется «Разминка перед дискотекой или вечеринкой». Вот. Посмотрите. Обратите внимание, что разминку перед дискотекой и вечеринкой обязательно нужно выполнять в шапочке для плавания и в купальнике. Если у вас купальника и шапочки нет, извините, на дискотеку вы не пойдете. Все? Ну все, начинаем. Ромка выступит в роли нашего испытуемого. Итак, вперед! Итак, разминка перед дискотекой и вечеринкой. Ты ужасно любишь танцы, и тебе сегодня предстоит самый классный вечер, о котором ты так давно мечтала. Дискотека. Как же сделать, чтобы все мальчишки смотрели на тебя с восхищением, а девчонки завидовали той легкости, с которой ты двигаешься? Чтобы не произвести на окружающих впечатление неумехи и неуклюжей девчонки, предлагаем тебе перед дискотекой выполнить ряд несложных упражнений. Благодаря им ты хорошенько разомнешься и будешь выглядеть самой привлекательной и обаятельной девчонкой на всей дискотеке. И запомни, чтобы красиво танцевать, не обязательно знать все модные танцы и в совершенстве выполнять сложные повороты хип-хопа, фэнтези и других современных танцев. Вполне достаточно изучить основные движения, ведь самое главное в искусстве танца – это умение держать себя. Если ты будешь танцевать легко и непринужденно, то будешь выглядеть намного элегантнее. Итак, начинаем. Упражнение первое. Поставь ноги на ширину плеч и подними обе руки вверх. Теперь как можно сильнее втяни живот, подними голову и напряги мышцы ног, после чего потянись вверх, что есть силы. Опусти одновременно обе руки и скрести их на животе. Сделать это следует очень энергично и резко. Опусти руки вниз и вытяни их вдоль бедер. Расслабься. Это упражнение очень хорошо для разминки мышц рук и спины. Его нужно выполнять 7 раз в 3 этапа. Не забывай об осанке и подтянутой вверх голове. Упражнение второе. Поставь ноги на ширину плеч, после чего согни обе руки в локтях и сделай несколько рывков вверх-вниз. Подведи кисти рук к плечам и напряги посильнее мышцы рук. Старайся. Старайся держать локти подтянутыми и ни в коем случае не прижимай к туловищу. Подними выпрямленные руки под углом к туловищу примерно в 45 градусов. И потянись в таком положении. Потянись. Молодец. Это упражнение... очень хорошо для разминки рук. Бля, его нужно выполнять 5 раз в 3 этапа. Упражнение третье. Хватит уже мучить себя. Упражнение третье. Поставь ноги на ширину плеч и совсем немного согни колени. После чего подними правую руку вверх и захвати ее кистью левой руки. Кистью левой руки. Да. Захвати кисть левой руки на уровне локтя. Молодец. Продолжаю удерживать локоть правой руки. Рывком отведи эту руку вправо. Как... рывком вправо отведи руку. Рывок должен быть резким и энергичным. Ой.
одновременно опусти обе руки на пояс. Ноги так и остаются согнутыми. Рывок должен... подожди. После чего повтори упражнение с левой рукой. Упражнение четвертое. Встань прямо, отведи левую ногу назад. После чего подними вверх левую руку. Правая рука должна быть опущена вдоль туловища. Прогнись назад и потянись вниз левой рукой. Прогнись назад и потянись вниз левой рукой. Да-да-да. Разведи обе руки в стороны. Да. Строго горизонтально, горизонтально, в стороны, да. После чего сделай ими несколько рывков назад. Несколько рывков назад. Сначала медленно, потом резко. Голову подними вверх. Так. Встань прямо. Поставь ноги на ширине плеч. И сведи руки перед собой. Выполняй это упражнение поочередно, отводя назад правую и левую ногу. Делай. Так. Стоп. Итак, что у нас? Упражнение рассчитано для разминки рук и ног. Итак, данная разминка поможет вам стать эластичным, упругим, сделает вас оригинальным в танце. И сегодня вся дискотека ваша. Дерзайте, девчонки. И ни в коем случае не стесняйтесь, так как вы лучшие девчонки на свете. Удачной дискотеки!